Привет, родные! В эфире новости Родины, и я, Артем Гурев, с обзором главных событий за прошедшую неделю. Счет 2-1 стал самым популярным для нашей молодежной команды, которая в Турции продолжает подготовку к новому сезону во второй лиге дивизиона Б. С «Динамо» из Вологды мы завершали прошлый сезон, теперь начнем новый. После победы над сборной Таджикистана до 17 лет, благодаря голу Артура Гребяна, родным предстоит провести в Турции заключительный контрольный поединок против «Зенита-2». Они сражались за родину не только на футбольных полях, но и в пинболе. Настоящий защитник Отечества и нашей молодежки Николай Придава вместе с полузащитником Родины-2 Арсением Хориным вызваны в юношескую сборную России. Национальная команда Ю-18 проведет учебно-тренировочный сбор в Стамбуле. В тренерский штаб команды под руководством Дениса Первушина также вызван тренер вратарей Роман Александрович Овсянкин. Национальной командой вызваны еще двое наставников – Вадим Евгеньевич Палов и Дмитрий Юрьевич Циняка. Сыграет в столице Сербии за сборную Ю-17 защитник Даниил Горбулев. Впервые в сборную 2010 года рождения вызван атакующий полузащитник Эрнест Чиков. Россияне проведут сбор в Москве. Пока же после завершения зимнего первенства и старта летнего на сборе в Сочи Чиков вместе со своей командой одержал победу над Тюменью 3-2. А в Москве ребята 2013 года рождения разгромили Восток 6-1. К сожалению, без побед прошел для старших представителей Академии тур в юношеской футбольной лиге. Команды 2007-2008 годов рождения уступили на Сапсан-арене сверстникам из Локомотива. Наша команда UFL-3 набрала первые очки, завершив свой матч против железнодорожников в ничью 0-0. Следующим соперником родных в UFL станет Краснодар. Встречи состоятся 31 марта в Сокольниках. А пока на официальных матчах воспитанники Академии помогают главной команде. Не стал исключением кубковый поединок против Урала. Наблюдали мы преемственность поколений и в матче против Кубани в МЛБЭТ первой лиги. Гол Ивана Тимошенко на 51-й минуте принес четвертую победу подряд подопечным Франко Артиги. «Родина-2» свой гостевой поединок в золоте Леона второй лиги против липецкого «Металлурга» завершила в ничью 1-1. Гол на счету Валерия Соломахи. 24 марта двойка на «Спартаковце» примет футбольный клуб «Уфа». Главная команда отправится на выезд к Алании. Ваша поддержка очень нужна нашим командам. Приходите на матчи и будьте с Родиной. Это были новости Родины. Увидимся через неделю. До скорых встреч!